здравствуйте! Вы смотрите «Афишу» – программу, которая подскажет, как провести ближайшие выходные. Если планов еще нет, то я, Юлия Север, подкину вам парочку идей. Деревенская комедия ожидает зрителей театра «Самарская площадь» 18 апреля. Сюжет анекдотический. Деревенский завхоз приводит художника из города, чтобы оформить клуб к празднику, и приводит его на постой в семью своей девушки. Из ревности он сочиняет ее простодушным родителям и бабке, что художник психически ненормальный, и с ним надо быть осторожнее. Художник уже врет, что вся семья побывала в дурдоме. Ситуация разворачивается непредсказуемого для самого выдумщика. 18 апреля, театр «Самарская площадь». На сцене театра имени Горького ближайшую субботу постановка о мышах и людях. Главные герои – неглупый крепкий парень Джордж и слабоумный здоровяк Лени. Удача редко улыбается им, но Джордж не может бросить Лени, который наверняка моментально попадет в какую-нибудь неприятную ситуацию. И все-таки трагический день в жизни обоих наступил. Запутанное описание, согласна. Но чтобы понять историю, загляните в театр драмы 18 апреля. Трогательная история про рыжую собачку со смешной кличкой Каштанка 19 апреля в театре кукол. От хозяев Каштанки пахло опилками и столярным клеем, пока она не потерялась и не попала в дом к незнакомцу, где ее ждали другие запахи и совсем другая жизнь. Окажется ли она лучше прежней? Ответ на этот вопрос юные зрители получат 19 апреля. Верю, что ваши выходные пройдут ярко, и надеюсь, что наша афиша к этому причастна. До свидания!